Привет, друзья! Сегодня мой рассказ о шариках для жонглирования. Значит, это самые простые шарики, которые можно купить в интернете. Они стоят около $2.5. Я купил их на аукционе eBay. Значит, они продаются или поштучно, или в наборе. Продают их из Китая, Тайвань, Малайзия, даже может попасться в Великобританию, но все это Китай. Как посмотрите, очень пристально, то видите, все очень прошито. Это все кальзам. В руке, конечно, держится очень удобно. И в середине какое-то типа зерна. Ну, по весу очень все стабильно. И подбрасывать их очень удобно. Но это все для начинающих. Если профессионально заниматься, то покупайте более качественные шарики. Или покупайте с подсветкой, очень эффектно смотрится. И тренируйтесь. Конечно, шарики для жонглирования использовали еще египтяне до 2000 лет до нашей эры начали все это делать. Ну, сейчас, представляете, популярность всего этого не угасает. И все это эффектно смотрится, если кому-то показать и очень классно жонглировать. Значит, покупайте, жонглируйте. Удачи вам в стараниях. Всем пока.